не крип, он бот. Да, мир. Конечно. Мне на приста, короче, знаешь же, где нужно типа 6 руды собрать серебряные, 20 ботов убить, ну и неписей. Угу. На первую основу-то. Угу. Мне их надо убить. А я пристав в хиле, не могу их убить. Там, скорее всего, получится их пати убил. Да, нужно пати. Алло, прием, прием. В смысле? Я суммонить вара нажимаю на шкаф, не пишет недостаточно маны. Это что за фигня? Да, но маны требует там 1500 вроде маны или 2000. Это бред какой-то. А у вара что вара? Требует? А у вара, я не помню, что у вара. Урок это. Желтая хуйня. У ДКшников там тоже что-то. Первый раз видел. Я тоже, когда мне сказали, я офигел. Только я давно офигел, месяца 3 назад. Вот. Миша, такой вопрос. Забыл вопрос. Реально забыл. Как так-то? Хуй, не ладно. Помню.
адмирал. Да, Миша. А чем тебе сложно убивать этих мобов, если ты можешь просто на себя кинуть щиток и бить там их? А там, Миш, в чем прикол, что у меня урон по... сколько? По 3-4 тысячи, а ДПС в среднем 1500 мобов по 100 хп, это у меня по 2 минуты на каждого моба. Их нужно 20. Плюс они еще талки. Медленно, но уверенно. Спасибо. А у тебя приз сейчас там? Нет. А потом с кем-нибудь сделаю. Я просто так это решил. Поугарать. Это сада база. Ты сегодня на РТ тоже не пойдешь? Да, у меня есть еще один маг, которого можно пожаловать, герои! Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион.
Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герои! Яростно они не бились, чудовища Нордскола оказались сильнее. Почтим память павших героев минутой молчания. Слышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны.
Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды был призван Гормак, бросающий бивень. Бой, герой! Бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Thank you.
Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Джараксус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Один зовет лод от кости!
Как дела? Перед вами Джарацус, эредарский повелитель Пылающего Легиона! Должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду!
тебе. Тряпка. Это лучшие представители Орды. Какая тряпка. Представители Орды! Что тебе угодно? В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо. Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои! Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем! За Орду!
Мышка, беги! Жалкая тряпка. Где уж тебе? Беги! Жалкая тряпка. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Чем могу быть полезен? Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Во имя
темного повелителя. Во имя короля Лича вы умрете. Паладин, мы примем любой вызов. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание, Фор. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Thank you.
обещал, господин.